Алох, между прочим, это игра Dead Space 3, мы на Terra Nova, собираемся дойти до Кразье, это шаттл, который типа должен отвезти нас либо к цивилизации, но я тебе скажу по секрету, мы полетим на Тау-Валантис, планету, которая висит рядом, на которой якобы зародились некроморфы. Ну, зародились, появились, планета родная и все дела. Единственное, мы в прошлый раз закончили в рубке, но тут, я говорю, сохранение очень странно работает, ну, как в конце каких-то сюжетных моментов. Правда, прошлое сохранение было странное между с этими... Там на станции перед рубкой, где эти регенерирующие ублюдки постоянно нападали. Здесь вот так. Но я уже сейчас третий раз начинаю, потому что первый раз я поставил бота неудачно, и сейчас это время еще не прошло, поэтому бота у нас нет. Слышь звук, да, рядом этого бота. Я его начал искать, но случайно нажал кнопку выстрел, и, короче, я его поставил не там, где надо. Ну, как бы просто в обычное место, куда угодно. А место с лутом, ну, по идее, где-то вот здесь. А я кинул, короче, перед ящиком его. Вот, и поэтому я уже сейчас третий раз буду вскрывать этот ящик. Хранилище, которое мы уже вскрывали, опять же, в прошлый раз. Так, тут ребята опять меня закидывают, не надо, пожалуйста. Так, ну все, он полутает, тут у меня уже будет на 4 этих пушки. Уже эти цепи модернизации я собираю который раз. Ресурс, аптечка, силковое оружие, средняя аптечка, в общем, уже это собирали. Сейчас докидаем, а мы не будем идти до верстака, потому что до верстака идти довольно далеко. Где-то тут... Сейчас, подожди. Пам. Где-то тут... Сейчас надо выровняться. Ух, ёба. Так, летит сверху откуда-то, да? Или снизу, или откуда? Так, вот. Тр-та-та-та-та. 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 Все, минус. Не знаю, зачем, ну почему бы нет, да? Вот что здесь ничего полезного не вылетает. Так, выравниваемся, чекаем мины и летим. Вот, я знаю, что тут один ящик есть слева. Пам-пам. Летим до одного ящика. Где-то тут еще один ящик. А, вот еще, смотри, два ящика. Сейчас мы быстренько... Оп. Главное, чтобы они не улетели далеко. Патроши. Патроши лишними не бывают. Еще патрон, отлично. Летим далее, далее, далее. Так, а вот, слушай, еще два ящика. Гардероб. Нам сейчас нужен гардероб, потому что у нас очень много преобразовательного геля. Надо его распределить. Насколько я помню, он как раз раскидывается в... По-моему, я... А, нет, слушай, патроны собрали. Насколько я помню, он раскидывается в гардеробе как раз на апгрейды всякие дела. Сейчас посмотрим. Это задача. Это гардероб 35 метров. Странно, что довольно близко пока. Ну, я знаю, где гардероб. Он сейчас мы зайдем, кислород спустим. И в каком состоянии этот челнок? Одной покраской не отделаемся. У него отсутствует раструб. Рядом с грилем вижу какие-то обломки. Возможно, то, что нужно. Надо их проверить. Роузен, Лок, собирайтесь, займитесь двигателем. Но, сэр, моя нога. Никто не требует вас невозможно. Шевелитесь. Хорошо, Роузен, встретимся там. Как скажешь. Интересно, ему видно что-то через этот, через такое забрало? Добавлен задание. Двигайтесь... восстановите левый двигатель для Крузье. Ну, мы это читали в прошлый раз, так что ничего нового. Капитан Орден утверждает, что Крузье не совсем готов к полету. Требуется доделать обшивку челнока и установить левый двигатель. Роузен видел запасной двигатель рядом с грилем. Это другой брошенный корабль, находящийся неподалеку. Нам как раз обследовать гриль-то и надо. Я об этом помню, потому что я туда не пошел, из-за того у нас дрона не было. Я хотел ресурсы побольше соврать. Как раз пока мы тут, кстати, ходим, у нас до станка-то и... Вот опять новая точка. Вот здесь, по-моему, за дверьми должен быть гардероб, насколько я знаю. Спасибо. А вот до станка бежать далеко, потому что он находится в боевой рубке, что ли, ближайшей. Это как бы очень не близко. Ехали. Ехали в гардероб. А, улучшить X, конечно. А что улучшать, я не знаю. Ну, аккуратненько улучшим, что на чем. Хватит, в принципе, альфарма у нас много. Воздуха мы вкачали, броньку. Полупроводник, что там альфарм, когда понадобится, скоро, да? Ну вот это вот, да. О, металлом тоже нормально. А вот это уже вольфрам, подождем пока с вольфрамом. Давай здоровье подкинем. Вольфрам можно потратить. Хотя подожди, что еще может... Давай еще здоровье, да, возьмем. Здоровья много не бывает.
Неплохая прокачка. Так, стазис, кинезис. Хочу кинезис впервые прокачать. Надо дальность. Радиус. Радиус захвата. Металлом, металлома у нас хватит. Да и вольфрама, в принципе, хватит. Давай, чтобы дальше хватать. Шмутки в космосе. Пока мы еще в космосе. Хотя мы, кстати, уже скоро... Скоро нам это уже не пригодится. Так, полупровод... Ну как не пригодится? Пригодится так или иначе. О, слушай, а тут не надо этот, на урон... Ну, бесполезно, на самом деле. Как я думаю, я редко атакую кинезисом. Поэтому... Так, вот это я что-то не помню. Металлом, вольфрам. Заряд. Ну, это типа... Вот это три выстрела. А что такое заряд? Это увеличивает энергоемкость на минус 10 секунд. Может это типа быстрее восстанавливается заряд, типа? Он же тут автоматически восполняется. Ну, давай вот это возьмем. Образователь, он, в принципе, ни на что почти не тратится. А здесь на один выстрел. Ну, один выстрел можно сделать. В принципе, мы можем почти все тут проапгрейдить. Сейчас вот это тоже. Ресурсы. Увеличить радиус и время. Здесь стоит на 2 единицы, на 2 секунды. Давай. Тут уже вольфрам нужен. Ну так, неплохо прокачались. Я думаю, еще два раза максимум мы сюда заскочим. Я так посмотрю, что еще вольфрам. В броню. Давай в броню еще накинем вольфрам. Что, внешне поменяется, нет? Костюм, по-моему, внешне не меняется. Там. Я, кстати, знаешь, пока бродил по этому, по кораблю, все-таки не спавнятся тут ребята, корабль абсолютно пустой. Это очень странно, я что хотел сказать, что с учетом того, что игра песочница отчасти, ну не песочница, как бы здесь есть элементы open world, то есть вот доп заданий и прочее, можно было ходить бы по некоторым секторам, все-таки можно было бы, и чтобы случайно ребята спавнились, было плюс к ресурсам, плюс в погружение, много плюшек было бы, но... Но нет. Итак, короче, нам, во-первых, надо все-таки найти станок, чтобы забрать дрона. А ну, подожди, давай все-таки сейчас еще раз глянем. Сейчас я прочеку. Не-не-не, что-то нажал так. А, ну, потому что ты в космосе только можешь это сделать. Это не мог бы... Да, спасибо, зайти сюда. Гардероб. Задача, это я знаю. Станок. Ой, пробуем сейчас еще раз добежать. Так, давай. Бои, сейчас подгрузка должна идти, конечно... Только что отсюда вышли, можно было в память бы не подгружать. Блин, мне кажется, далеко мы топать будем. Да. Конечно, сейчас. Я сейчас поднимусь, если там действительно будет до боевой рубки, я туда не пойду. Можно тогда будет нырнуть на... Я забыл, где Элис. Элис сейчас стоит, Элис. Ой, ну все, он тут грузится, все, я понял, не надо. Все, все. Вот сейчас я... А тут нельзя, да, допустить, потому что лифт грузится. Да я знаю, что он там на боевой рубке. Я же уже в прошлый раз туда бегал. Не надо, все, ладно. Полетим лучше с Элли, еще раз пересечемся. Может, она что там интересное дополнительно скажет. И пойдем на гриле. Уже с этим, с ботом. Так, я надеюсь. Надо вспомнить, я просто уже подзапамятовал. На Терранову мы все прочекали. Я забыл, как называется, просто предыдущие корабли. Так, Терранова, данная точка, окей. Вот грили, которые сюжетные. Ранок и Брусилов. Брусилов, по-моему, тоже побочный, не? Уж вообще забыл, все, восстановить левый двигатель для Крозье. Блин, у меня на гриль-то и надо, так или иначе. Давай на Ранок вернемся на секундочку. Отправиться по маршруту, да. Мы за ботом вернемся на Ранок. Ранок, это же этот... Если не ошибаюсь, мы на нем, блин... Потрясный видос. Мы ж на нем прилетели-то сюда, его как раз мины взорвали. Ранок — это Нортона корабль. Правильно? Я забыл. Я мог забыть, конечно, это попутать, но, по-моему, было так. Там от него... Ну, подожди, от него уже... Не, Ранок, значит, это не нос. Слушай, это вот эта здоровая штука. Он так спокойно на нем летает, несмотря на то, что как бы тут минные поля и все дела. Витальная командная платформа, прозвище Босс. Настройка посадочных сенсоров. Да, можно выйти. Не, скорее всего, все-таки Ранок — это часть этого короля, хотя... Ранок, нет, это Ранок, это КМС, точно, это он, это независимый этот. А мы прилетели на чем? А вот, кстати, пригнался, пристыковался к Розье, они его сюда, ну, дотранспортировали.
Что мины так опасно, блин, летают. Серьезно, а я как бы там сейчас пролетел, по идее. Пока сюда зайти нельзя. Ну и ладно, ну и пусть. Пока не открывается. Так, а как мне внутрь-то зайти? Кстати, я, по-моему, раньше не обращал внимания на то, что... О, слушай, его открыть можно, смотри. Просто так зачем? А почему бы нет, да? А закрыть можно? Ну, чисто из спортивного интереса. Нет, закрыть нельзя. Ладно, так. Короче, где тут парковочная станция? Парковочная станция. Вот сразу звук бота. Подожди, а сколько там бота? Он же там минут 5 ходит. А я уже как бы минут 10, наверное. Без него. И глянем сейчас, Элли тут, не тут. Подожди, на гриле, а чё, гриле же побочное задание. Думал, это полностью побочный корабль, а оказалось, нет, слушай, там еще и основной сюжет двигается. Как тут мрачненько все-таки. О, так, все, я пытаюсь вспомнить географию. Так, Элли тут нету, хорошо, или плохо. Так, ну стан... зато стан... Все, будьте мертвы, когда я вернусь, можно я оставлю все ваши ресурсы себе? Сейчас! Это что? Зря я столько отправлял, чтобы тут еще... О, три стрелковые пушки, урон, урон, урон. Ой, кстати, карточки сейчас можно потестить. Что за карточки, что за них дают? Во-первых, давай разгрузим сейф от... от лишних аптечек. Все, продать, продать, продать. Как раз... А модуль нельзя, да, разобрать, допустим, если я хочу... Если, допустим, у меня есть 3 стрел... 10 стрелковых орудий. Да ничего себе, опасные, прям гэнстер. Ну, а что за продать-то? Ху, слушай, нормально так. Вот, короче, Dead Space превратился в фармиловку. В принципе, получатель Tesla у нас теперь 4 штуки. Нормально, я как бы, если что, я не в курсе был. Монитор снайпера, импульсная волна посредник. А подожди, а что у меня снизу? В смысле излучатель Тесла? У меня снизу должен быть этот... какой излучатель Тесла? Алло, плазморез. А тут должен быть компре... Нет, стоп. Гидравлическое оружие, ты что меня тут это путаешь? Вариатор мародера, все, не надо мне тут путать. И у меня, блядь, не цепи не слетели, а насадка слетела. А что там по насадке? Я хотел какую-то крутую сделать, типа... типа не лишний патрон. А, садись на оболочка, да? Кстати, вольфрама не хватает, ну и пусть. Так, ну ресурсы немного подсыпались, а почему бы и нет? Бота взяли. Я не помню, по-моему, 2 бота можно будет взять потом, попозже. Не помню, не уверен. Ладно, посмотрим. Сейчас, короче, наверное, залезем, там ресурсы заберем. И пойдем с ботом на этот... на грилле, грилле, грилле. Так, раз. Ресурсы, ресурсы. Жалко, что ресурсы нельзя с этого, с аккаунта на аккаунт перенести. Ну, имею в виду с этого. С профиля на профиль, поэтому... на основном профиле у меня до сих пор побольше ресурсов. Как ни крути. Так, еще здесь можно полутать. Да ты чё? Да ты чё, столько всего интересного. И вон еще можно открыть. Блин, раньше не хотим. Как их были. Эти квадратики. Ой, блин, с этими. Квадратики, да, кругляшки, блин. Я забыл, как они ячейки назывались или как-то так. Че. Я потом там много чего разобрали. Может, мы что-то вкачать сможем еще. Вольфрама нет. Нет. Блин, все вольфрам стоит. Не, у меня столько вольфрама нету. Вот это вольфрам не стоит. Ой, ну давай вкачаем, ладно. Так уж и быть. Да я понял, давай проверим, бери. А преобразователя не хватило, ну ладно. И так он там тратится уже, вдруг... вдруг пригодится. Хотя не знаю, опять же, на что, на что. Я помню, что мы еще должны где-то здесь летать, вот там, где минное поле в центре этого корабля, в центре Раанока.
что мы там должны делать. Я уже слышу место ресурсное. Он очень хочет, чтобы я... Вот это ниже, подожди. Ниже, выше. Это, короче, там в центре. Не, я туда пока не полечу, потому что я столько бот отождал, чтобы полететь спокойно. Вот эти, по-моему, зонды надо запускать, будет что-то с ними делать, поэтому чуть попозже мы к ним вернемся. Сейчас пока летим до Брусилова, наконец-то. Только глянем квест, что там за доп задание. Тут, кстати, немного, тут на всю игру, по-моему, 5-7 доп заданий может быть. Не считая там еще долцешных, которые... Еще брать надо, скачивать и так далее. Как там перейти на... На все ваши иксы поступило зашифрованное сообщение. Похоже, оно дошлется из Грилли. Одного из кораблей. Это брошенная флотилия КСК. Надо проверить, как будет время. Ну, пойдем проверим. Как мы как раз сюда сейчас по делу летим. Честно, забыл, на чем мы прилетели сюда. Ну, этот Нортон на корабль. Ну, так и будем называть. Корабль Нортон. Ну, просто, что я... КМС, полетели. Грилли. Поехали. Да. Ну, от него, в принципе, уже ничего не осталось. Он взорвался там нормально. Модифицированный легкий фрегат, прозвище «Мозговой центр». Класс XU Week. А, ну это не пишет не про тот корабль, на котором мы летим, а про... Интересно, здесь ролики прям с каждого пункта на каждый пункт. То есть, получается, если 4 пункта, то должно быть 4 на 4, 16 видосов, что ли? Или я не так посчитал? Да, не 16, но ты понял, короче. То есть анимация откуда, видеороликов откуда, куда мы летим. Так, ну вот, наконец-то мы здесь. Идет сохранение. Хорошо. Глава 7. Хаос. КМС Грилли. Так, мы здесь уже были. Здесь вот тут ребята, любящие поплеваться. Пойдем с ними разберемся. Не знаю, не хочу им отпиливать ничего, по-моему. Где что? Их вылетело что-то, да? Блин, я не увидел. Так, полегче ему. Ты ж... Опачки, он себе... Слушай, он реально сам умер. Я ничего... Да что ж такое? Аптечка стоять. Слушай, с них так быстро шмот улетает, что я его тупо не вижу, куда он летит. Ну ладно. Так, ну а ящик заберем, пока мы увидим. Грилли небольшой, смотри, буквально маленький тягач. Подойдет? Эй, тебе нужен был движок? Пожалуйста. Годится. Дерьмо, как и весь наш план. Ты всегда такой добрый? Эй, некоторые из нас просто хотят домой. Так, я отсоединился от основной служебной линии, но черта с два, я знаю, как его тут достать. Я подумал над этим, сгоняя за оборудование, потом мы оттащим его на ремонтную площадку. Классно, что они общаются уже, когда вот тут... Это что такое, блин, здорово летает? Что, реально часть этой штуки? Блин. А почему вы умираете сами? Я чё, у меня автодома какой-то, что ли? Я вроде не дамажу по ним, они просто берут, сами умирают. Сейчас перезарядка, подожди. Так. Опачки, мне в хвост прилетело. Так, ща, подожди, кто тут... Тут набычил. Спасибо. Так, два ящика. Вот где-то здесь, по-моему, можно бота кинуть было. Или он на том крыле. Вот, звуки пошли. Сейчас, пока я тут собираю ресурсы, мне по-любому кто-нибудь закинет, опять же, пару шипов в броню. Вот, в мою сторону патроши полетели. Лови. Опачки. Так. Ну, пулемет уже дамажит нормально. Можно просто, ребят, косить, даже не стараться не отпилить им конечности. Как бы у них маленькие конечности достать. Так, паркуемся. Нет, или не паркуемся? Не паркуемся. Нет, ну все, припарковались. Где ты? Иди сюда. Блять, вообще с пулевой скоростью эти снаряды вылетают, блин. Тормози. Ну все, кончились. Нет, еще? Что еще? Че, на той стороне, что ли?
Да ладно, внутри на той стороне, походу. Так, главное сейчас, чтобы опять же хвост. А, внутрь. Окей. Я его в воздухе оставлю. Больше как тебе. Приветствую вас, сэр. Вы выглядите, загрузка файла хороших манер. Так, готова сегодня выглядеть уставшим, немытым и голодным, сэр. Я не понял, прикрепился, да? Судя по колесикам, прикрепился. Ну ладно. Так, окей. Бот запущен, погнали далее. Надо выровняться. Вот, так, он там что-то шутит. Так. Наверх. Стоп, чё? Полезно, не? Нет, чуть не полезно. Ну, погнали на гриле. Там дальше видно будет, что делать, что куда. Я даже хочу по бочку выделить как основное задание, если так можно. Вот, да. Где-то тут вход, по-моему, должен быть, не? А, вот, да, вот, чуть повыше. Так. Аэрлук. Воздушный замок. Ну, шлюз по-нашему. Так, ну здесь уже сейчас будут ребята, которые... как бы мертвы, но как бы живы в рамках игры, поэтому мы сейчас будем их отстреливать, я надеюсь. Эй, Сантос, я пробался в гриле. Как успехи с расшифровкой сообщения? Никак, но если найдешь его источник, это бы сильно помогло. Принято, конец связи. А, скорее всего, мое задание было не заходить в него, а снаружи здесь сделать что-то там. А мы типа зашли в него, и это доп квест начался. Ну давай, окей. Давай посмотрим. Так, ну это, судя по всему, гардероб, который почему-то закрыт. Допустим. Так, патроны. Полупроводник. А что он закрыт-то? Что-то залагало, что ли? Требуется удостоверение. Каюта экипажа. Стандартная компактная станина. Слушай, у нас как бы это уже есть давно. Я не могу понять уже, где дополнение, где, ну, шмот сюжетный, где не сюжетный. Ну, поехали, блин. Конечно, по лестнице спускаться, знаешь, как в любом хорроре, блин. Они вроде не должны нападать прям из-под тишка. Так. А, что-то по вентиляции побежал, да? Понятно, я понял. Дорог. Я рад, что здесь... А, я помню это место. Сантос, часть отсека корабля запечатана наглухо. Запечатана? Специально? Как думаешь, сможешь открыть? Не уверен, но если восстановить подачу энергии, думаю, получится обойти режим изоляции. Так, восстановить подачу энергии. Какие бы секреты ни хранил Грилли, нам о них не узнать, если я не открою аварийные запоры. Должен быть какой-нибудь способ перенаправить энергию к системе безопасности, чтобы открыть эти двери. Ага, так, без питания не работает ни гардероб, ни станок. А станок бы нам пригодился. Ты уверен, что не работаешь? Да, не работает. Бал тут недалеко где-то питание включается. Да и по идее оно должно недалеко включаться. Так, это как бы сейчас включу, только подожди. Что у меня с места вообще в инвентаре? Уже почти все занято. Давай, ладно. Сейчас раскрутим этот вал. Откроем. Старая пыльная дверь. Хожу, что я в скафандре. Так. Что здесь? Симметрический зонт. О, это новый, по-моему, гаджет. Я не помню, с чем он стакается там. Патроны. Все модернизации. Плюс темп стрельбы, плюс урон. Хорошо. Молоточка. Полупроводник. Ну, метрический зонт, я не помню. Это разновидность типа дробовика. Вот это, не? Ну, типа, который отбрасывает там. Так, я как бы понимаю, что я могу найти... Нет, не станок. Подожди, станок-то я понял. А мне задача. Окей, вниз, да? Значит, посмотрим, что у нас здесь, что здесь. Ага, тут нужен ключ, которого у нас нет. Ладно.
Кто по единственное свободное место? Вот сюда. Слушай, что-то ресурсов многовато. Мне кажется, я до санка не дойду. Что-то на дверь прям сильно залагало. Вот ждет на станке, окей. Правда, станок при этом меня не ждет пока что. Надеюсь, мы сейчас это исправим. Чисто, никого. Я вижу только вентиляции, которые в теории могут разлететься на запчасти. Что за спуск вниз? Ну раз можно, спустимся, конечно же. Какая-то маленькая лестница. О, ага, движок какой-то. Ну, сейчас, сейчас. Гель, патроны. Ну, за... Оп. Да будет свет. Сантос, есть энергия. Вижу, блокировка была установлена из рубки связи. Понял, выдвигаюсь. Пришли маршрут. Так, ну со светом хоть стало получше. Я думаю, я не смогу этот лифт запустить, наверное. Что-то вы проснулись. Что-то вы проснулись, блядь. Почувствовали, что электричество пошло, да? Я ты, блин, этот человек-паук, блин. Все, кончились. О, так, сейчас пожалуйста, еще выбить мои ресурсы. Он не хочет их отдавать. Ну ладно, значит пустышка. Пустышка, просто пустышка. Возвращаемся к станку сейчас. Или подожди, нам все туда надо. Нет, нам надо на лифте, значит, сейчас сюда. В смысле энергии недостаточно? Да ладно. Вот ты даешь, а у меня там сейчас ресурсы, блин, будут уже стакаться. У меня все занято. И аптечку даже некуда. Так что нельзя по дороге разбирать шмот, просто сливать там в баночку этот гель, было бы нормально. Верхний уровень, лифт на верхний уровень. Это как этот. Револьвер отсыло, да? О, блин, бы. Слушай, что, все, приехали? Айзек, получается? Нашел рубку связи. Дай мне пару минут. Сейчас отопру замки. Столько этих, столько ящиков. Аж хоть у них ресурсы лежат. Сэр, сюда! Вы не поверите, что я сегодня видел. О, это хорошо. Это хорошо, что... То я уже как бы, да. А, ну это ж выход, это ж сюда мы и выйдем в центральный зал, нет? Нет, слушай, нет. А, по-моему, бот снизу меня зовет, нет? Судя по звуку, да, откуда-то снизу. Огромная комната, в которой сейчас что-то будет, типа замеса. Ладно, я помню, сзади мы аптечку оставили. Музыка до сих пор работает, слушай, какой хороший радио. Голова свернута вместо рук клинке, показал ему, куда идти, надеюсь, его не против, он очень сильно хотел вас найти. Что такое? Ага. Ой-ой, чтобы сбалансировать подачу энергии между левым и правым системой, используйте... Так, подожди, стопы, сбалансировать. Фонари, центральная подача. Подожди, надо вообще прикинуть, как это сейчас будет. Можно просто на глаз посчитать, 90-100-180, а здесь 120... Ну да, немножко не хватает, да. Ай-яй-яй-яй, окей, ты чё так агрессируешь? Близко. Болен так. Я там наткнулся на кучу отрубленных конечностей, ваш... А я, у меня получилось, что ли? Там, блин, без субтитров пошло аудиосообщение. А ты можешь запустить заново?
Да, блин, вот бот мешает эти субтитры почитать. Ну ладно, сейчас. Иди сюда, ботанчик, иди сюда. Иди сюда, ботик, сейчас. А, вот, наконец-то. Тут опять замес должен быть. У него бошку открыли. Опачки. Нет, как музыка, видишь, пока я глазами не вижу, как боевая музыка не подрубается. Для хоррор-эффекта, кстати, сделано так-то. Это думал. Так, ну все, все, короче, я понял, давай, я... Бот, который мне всю тут сюжетку сломал, блин. Все побочки. Так, стандартный компактный станин, метрический зонд, модуль. Я забыл карточки. Я прошел мимо этого гардероба, забыл карточки использовать. Ладно, мы, я думаю, гардероб наверху заработал. Мы сейчас, я надеюсь, не забуду это сделать. Так, это нам ничего не надо сделать. Так, вот, поехали. Продать, 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 продать. Патронов тоже штук нам не надо. Продать, 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 продать. Да? Окей. Эти модули. Есть смысл. В принципе, что тут? Это что это? Я забыл, на что это темп стрельбы, да? Темп. Ну, давай вот так, наверное. И еще раз. А, такой цепи нет. Ну ладно, цепного не хочу делать. Странно. Это созда... Почему две одинаковые цепи? В остальном, в принципе, пушка раскачана на максимум. Че? Че еще? Че еще надо? Да? Можно потом поэкспериментировать с метрическим зоном там и прочее. Я думал, так и сделаем. Чуть-чуть попозже. Что ты хочешь? Да, кстати, можно пистолет еще напихать. Ну потом. Вообще смысла нет, потому что цепь есть. Это даже. Блин, нифига, ты вот к моей ноге присосался, что это называется. Это не самые крутые эти. Не самые крутые цепи, даже в половину не самые эффективные цепи. Сейчас давай вернемся, послушаем. Эй, кстати, да, надо еще тут сделать, блин. Там есть же +5, +5, поэтому до крутости еще далеко. Говорю же, не знаю. Доктор Бартон, кто передает шифрован сообщение с поверхности планеты? С кем вы пытаетесь связаться? С доктором Сирано? Говорите. Хватит, никто мне ничего не говорил. Командор, отряд 3 на связи. Они забайкодировались вместе с передающим оборудованием. Если они хотят сдохнуть там, то черт с ними. Отключить питание корабля. Это отрубит и систему обеспечения и сигнал. А что насчет остальных? Вы знаете приказ. Живых не оставлять. Ясно. Нет, прошу, вы не понимаете, вы не можете это сделать. Слушай, как повезло просто, что все подчинились генералу и исполнили этот протокол 5. На самом деле... А я реально все заснабжал? А нельзя снабжать, чтобы и там было все хорошо? Просто... Подожди, давай сделаем так. 60 плюс 90, 150. Плюс 60, 210. Плюс 90, 300. И 45 плюс 45, 308. 390, правильно? 390 делим на 2, получаем 100... Сколько там будет? 100, господи, 160... 145, да? 145, правильно? Нет, 100, нет, 145 будет... 200, господи мой. Не, ну правильно, да? 290. 145, значит, там и там надо 145. Я просто... 145. Ну, вот эту налево, вот эту налево. Правая, по идее, должна меня током бахнуть. Ну. Не, подожди, тут же не 145. Тут 150 и тут 190.
195 получилось и там, да? Ой, блядь, ладно. Короче, а что, свет я отрубил, да? Нет, да, свет вроде остался или нет? Вроде остался, да? А нет, нет, по-моему, свет пропал. Ладно, подожди, в любом случае здесь осталась аптечка и... Я все сломал, все было нормально, все было нормально, я все сломал, дай свет. А тут что, ничего нет? Человек, прости, я просто посмотрю. Я просто посмотрю, да, ничего страшного. Да я вроде думал, все сбалансил. Сейчас только мужик нет. Ай! Спасибо, спасибо. Ну, ЦП-то мы запустили, да, уже все? Но по идее, работать должно, тогда как бы оставим свет. Ладно, пойдем за этим, за гардеробом, глянем, что там. Все, он, конечно, заработал. ЦП так и не понял, что это центральный процессор. Где ты тут пикаешь? В этой комнате, что ли? Давай посмотрим, что там. В душевой, да? Это же какой-то... Какой-то мемчик, нет? Урон обоим какой-то... До сих пор душ течет, представляешь? 200 лет он тек. 200 лет. Ладно. Шутки давай. Приветствую вас, сэр, или мадам, или кто там. Так, надо сделать гардероб, и надо сделать вольфрамовый этот обруч, и можно, в принципе, тупать дальше. Так, да, гардероб заработал, как и ожидалось. О, я забыл, как здесь улучшить X. Подожди, а где это? Вот в T, в загружаемом контенте, помню. У меня Origin выключен, да, я в курсе. А подожди, а где-то карточки-то? Я помню, что где-то можно было потратить. Подожди, сменить костюм, может? Да нет. Вообще, по-моему, карточки же здесь тратятся, не? Мне надо будет потом Origin подрубить, я... Что-то... Ладно, я возьму на заметку. Давай еще, конечно, посмотрим в станке. Сейчас на нем карточку, подожди, не парься. С него можно купить. Я просто пытаюсь помнить, что вообще купить можно. Создание оружия. Новое. Обожди, давай создать. Вольфрамовый торсионный вал. Странно. А, ну у меня эти еще два вала есть, нормально. А, патронов тоже хватит. Слушай, а что за история-то? Я реально не помню, за что. По-моему, ресурсы же купить можно, да? Или коробки какие-то, да? Блин, забыл. Короче, ладно, я потом почекаю этот момент с карточками. Обязательно откроем, посмотрим. Так, погнали. Ой-ой-ой, здесь-то все не очень хорошо. Ой-ой-ой, я знаю, что это такое. Это очень нехорошая штука. Ну, как нехорошая, относительно хорошая. Эта музыка тут, конечно, реально... Кто голяв, что ли? Блин, что происходит? А, нет, подалки, йоу. Нифига вас там это. Вот это ты подошел по... Сейчас я перезаряжусь, подожди. Я это разделаю, распилю как Gears of War. Кто еще хочет? Съешь это. Слушай, звуки как будто реально голяв из вентиляции вылез. Так, кто еще хочет? Я уже перезарядился, кто еще хочет? Зачем я Origin вырубил? Мне все время никто написать не может. Ну, ради ачивок, чтобы они мне тут экран не заслоняли. Так, я понял, это уже надо вручную доставать. Так, они здесь пытались повторить Розетту. Ты не знаешь, что такое Розетта, кто такая Розетта, они расскажут чуть позже. Вопрос зачем? Я просто для себя беру на вооружение. Ничего нету, так, скав, хорошо. Нет, слушай, это человеческие тела.
Не, слушай, это человеческое тело, это нет, странно. Ладно, поехали вниз. Пока вроде все тут прочекали. Голяв, что ли? Что это за херня там? Окей, она меня увидела, ладно. И чё? Сейчас ему там пошел. No smoking, не курить, логично. И чё? Придется назад сдавать. Сразу на колени его поставили и... Чё-то как-то тут все так странно, знаешь? Как-то все просто, что ли? Не, блок хранения, построен ход воспрещен. Блок хранения еще и два. Блин, я понял. Ладно, рукопашка. Я помню, что у меня есть рукопашка. Я его распилил, я понял. Я просто от испуга начал курок жать. Окей. Так, еще одна комната, я понял. Ну, ребятки, что вы там не ходите, поупрыгивать из-за углов? Ресурсы. Ресурсы. Снова ресурсы. Вас ждет на станке чудесная надпись. Во время боя вообще отличная. Вот и станок, кстати. О, здоров, ребята, вы что? А у меня пулемет, что, не ожидали, да? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Нащел, как горешки. Так, смысл тут обоим. Ладно, раз бот ждет на станке, вот-бот. Давай, выдавай ресурсы. Куда же эти карточки одеваются? Я помню, что первый раз мы нашли их. Куда они одеваются? Они идут на эти грейды всякие. Давай этот, конечно, снарядим. Поворотный механизм вообще снаряжать смысла нет. Не знаю, что сюда можно глянуть, что сюда... Что-то урон повышает основной пушки или нет? Нет, ничего не повышает. Вообще вниз вставлять смысла нет. Тогда смотрим, что нужно верхнему. Урон, скорее всего, да? Урон нужен, это урон плюс обойма, да? Неплохой вариант, считаю, отлично. Урон также я повторил бы. Значит, обойма. Перезарядка снизилась. Потрясающе, ладно. Давай еще урон, вот эту штуку запихаем и... Давай еще обойму. Че урон, обойму. Она одинарная, давай что-нибудь двойное вставим. У нас что-нибудь двойное есть? А у нас двойного ничего нету. Что странно. Ну тогда ладно, давай урон. Не создать новый урон. Ну так, на всякий случай, вдруг у нас просто патроны кончатся, нам придется стрелять с пистолета. Так, как тут это вот. О, слушай, говорит, что где-то рядом. Так, что ты здесь хочешь? Это выход открыт космос, что ли? Удерживать. Понял, все. Удерживаю. Открыли. Страшные большие ворота. Так, а живой нет. Нет. Ну и хорошо. Сейчас, сколько трупов? И тут ребята эти вселяться в них не будут, не? Так, стоп. Что тут происходит? Кто-нибудь объяснит мне? Какие-то бургеры валяются. Блин. Так, ящик отдай мне. Спасибо. Что от меня надо? Заморозка, да? Судя... А, нет, не заморозка. Тут что-то... Я забрал полупроводник. Окей. Началась жаришка. А где там атака? Еще что-нибудь. Ладно, хочешь ресурсы, на собирай ресурсы. Ну, тут куча банок, жестянок, сборщик ресурсов активирован. Вообще-то трогать сборщик ресурсов за корпус это неприлично. Электрический разряд. Подзарядка. Ну, допустим. А что дальше? Что делать-то? Не надо к этой штуке подойти, да? Блин.
Грёбаный бот. Грёбаный бот, в натуре он этот. Теперь за его бубнижа, короче, мы будем этот. Ключ от кабинета Энгстром. А, понятно, это, короче, точно, там же рядом со станком первым вы там... сейчас он договорит, короче, свою речь. Тебе, кстати, его хочу... Я вспомнил, что я говорил с этого когда-то, что он реально сбивает эти дополнительные диалоги из-за того, что... Я надеюсь, что диалог прочитается быстрее. Не хотел бы уходить отсюда и возвращаться. Барт, Антелора, Энгстром, они отдали приказ о зачистке. Если не предупредить Сирана, все наши труды будут уничтожены. Ты получил зашифрованное сообщение? Коды в моем офисе, скорее, они уже близко. Окей. Я беру ключ. Получена бонус-миссия. Сейчас нападать должен на меня, по идее. Чё? Я нашел ключ, принадлежащий какой-то Энгстром. Не знаю, чем она занималась, но она наткнулась на нечто крайне важное. В своем аудиодневнике Энгстром говорит, что ключик к расшифровке передачи, которую мы поймали, находится в ее кабинете. Ну что, возвращаемся? Сейчас напасть должны. Ну что за кабинет здоровый без атаки-то? Ну да, я так и понял, что это, ребята. Не-не, ребят, вот в тех залезайте, как-то вот в одного. Вот он резко превратился в красавчик. Пластика ему не пошла к лицу, я так тебе скажу. Так, сейчас мы будем с боем прорываться обратно. Айзек, что за жуткий шум? Да, не стоит трогать эту штуковину. Гравитационная плита разваливается на части. Сообщение — это предупреждение какому-то Сирану на поверхности планеты. Ты понял, как его расшифровать? Да, шифровальный код находится в офисе некой Лоры Энгстром. Секунду, сейчас посмотрю. Есть! Вот она, лови маршрут. Подождите, не нападайте, я у станка. Осторожно. Так, что новое? А что новое? Новое, что? Слушай, эти станины нам же тоже не нужны. А их нельзя разобрать, да? Ну ладно. Чем мы зашли? Зачем мы зашли? Зашли продать что-то и посмотреть, что в цепи нормально. Ладно, продать. Что у нас там? Сколько всего-то набежало-то? Так, опять продаем. Внутри оставляем. Ничего собрать не надо? Не, вроде не надо. Патроны есть, все остальное есть. Аптечка есть, все хорошо. Брони дофига, поэтому я готов, ребятам, Оп. Вот его красиво. Красиво вошел. Бам. Слушай, они хотят притягиваться. А, с него же ресурсы должны были выпасть, не? Ну, видно, это скриптовый чувак, ладно. Ну, я понял, теперь обратно надо идти осторожно. А, сейчас. А, ну я же его уже расширил, да? А что ты сохранился здесь? Ну, допустим, это нормально, так. О, и слушай, там что-то шмякает. Шлёп-шлёп-шлёп-шлёпает. Так, ну эта штука слева, по-моему, взрывается, да? Окей. По-моему, сейчас босс-файт будет наверху, нет? Там все-таки большая локация. Я его перезаряжусь, давай, обязательно. I can fly. Ай, да, не дотянулся я немножко. Блин, опять нос картошкой мне сейчас сделает. Дай перезарядить. Что, вот, знаешь, чисто подбежал и плюнул. Вот просто показал мне свою нелюбовь. Ты от меня тоже расписывайся. Что, он еще выжил. Я не могу передвигаться, меня обхрикали. Не знаю, что со мной сделал. В общем, всякую дрянь со мной подварил. Бот ждет на станке. Спасибо, бот, я тебя тоже уважаю, респект. Кто еще кто хочет? Что-то опять эти ящики подгрузились. Шахматы. Сидеть. Где это там?
вот это нельзя. О, вас тут еще несколько. Буду сейчас по кругу мотылять своим за топором. Подожди. Там. Ребят. Все, конечно. О, еще кто-то что ли? Что вы зажимаете ведь в углу, а? Идите по-пацански на центр поля. Вы плеваться тоже умеете, кстати. Не успеваю здесь с нее перезаряжать ничего. Аптечку дали, спасибо. Оп. Кстати, хорошо покусали-то. Без брони и здоровья я бы тут долго не про это не протянул. Уже все-таки не человека собирали, а что-то другое. Ладно, сейчас посмотрим. Так вот. Опять я не слышу эти звуки. Вообще сзади, по идее, тоже могут улететь. Куда спрятаться? Это ж... Оп, полетел. Оп. Кишки пролетели. Сюда, сюда, чувак, чувак. Подожди, видишь, тут развлекуха у нас. Всех тут ошметки падают, кишки, что-то туда, да, да, здорово. После того, что я сегодня видел, все равно бы безопаснее было заползти в этот станок вместе со мной. Ладно, вот это было хорошо, вот это хорошо. Вот это респект, респект. Так. Ну, Вольфрама, слушай, ну все, мы уже как бы насобирали, мне кажется, нормально. Надо только узнать, что там за зонт метрический. Да, вот сюда я помню, что сюда, ну давайте. Ключ подошел, погнали. А я думал, тут лифт, а это прям ее обойма. Преобразователь. 37 вольфрама. Ну, как бы я уже не надо удивляться, у нас уже много, но... Ну, 37 вольфрама, все равно это нормально. Все чисто. Так, что это такое? Скачать файл. Готово. Эй, Сантос, лови шифровальный код. Вижу, подожди, примени его к сообщению. Спрятать Розетту. Угу. Спрятать Розетту? Это еще кто? Наверное, ее пытались спасти от общей зачистки. Ее исследования могут пролить свет на все происходящее. Но зачем устраивать зачистку, если в результате будет потерян такой важный секрет? Паника? А может, они знали что-то, чего не знаем мы? Айзек, спасибо, это может пригодиться. Рад слышать. Все, я иду обратно, у нас впереди еще долгий путь. Айзек, конец связи. Вообще, Айзек конец связи можно перевести как Айзек Эдвуль, так, на всякий случай, ну, ладно. Короче, да, про Розетту я не зря так рано соспойлерил, здесь они как бы упоминаются, поэтому... Поэтому потом мы узнаем, что это. Я надеюсь, что мы до этого дойдем, мы вообще пройдем эту игру. Так, опять накидали мусора, куда же без него родного, без него родного. Так, так, так. Ну, блин, ну мы имеем крутую пушку. Чё? Собрать тяжелая элитная станина. Что, собрать на ее основе стрелы, выпускающие... стрелы. Ну, слушай, я, кстати, еще не пробовал. Можно их чисто ради фана попробовать. Что, собрать или нет? Давай пока, ладно, потом оставим. Просто во второй части я первый раз увидел... По-моему, в первой же нету. Да, там дротикомета нет. Во второй части дротикомет добавили. Мне он понравился. Но в нем минус то, что когда ты стреляешь, враг улетает вместе с твоими... С твоим хабаром, с твоим шмотом далеко и надолго. Ты редко когда... У тебя получается этот шмот обратно достать. Ну что, приятная такая бонус-миссия, ничего не скажешь. Как бы в сюжет вписали ее и шмот полезный достали. Так, здоровье максимальное. Тут что у нас, 65. Давай докачаем, чтобы это нас уже не напрягало, да? Или что там, подожди, с кинезисом? Кинезис максимально вкачан, окей. Да, давай вкачиваем. Икс, да? Огромный X на спину повесили, просто здоровенный, и броню. Можно будет вообще одну аптечку хранить на всякий пожарный. Жалко, что эти пластины, они даже не пластины, а эти какие-то крючки на теле, действительно не отображаются, было бы прикольно. Все-таки здесь в загружаем контенте можно было карточки потратить, я это помню. А что, он X больше стал, да? Ну да, он реально уже в гор появился. Он-то удлинился? Или нет, или он такой же? Просто этот, сенсорная панель стала длиннее, да? Больше человек стал.
Ладно, короче, смотри, мы сейчас выходим отсюда, опять в космосе и в открытом, и там надо будет с движком разбираться, скорее всего, мы отсюда движок будем отрывать и тащить его уже на крозе. Поэтому пока давай мы остановимся, мы полноценно закончили целую побочку. Владись с полным прохождением Dead Space 3, ты найдешь внизу по ссылке в описании, там же ты можешь найти другие интересные ссылки, другие видео, другие рубрики и прочее, другие игры, прохождения, поиграем, много-много-много всего. Главное, играй в отличные игры, заскакивай на сайт gamestar.ru, много интересных материалов. Смотри других ребят, которые делают классные видосы, на главной странице есть на них ссылочка. Подписывайся на канал, ставь лайк, комментируй, за новостями по каналу ты можешь, конечно же, следить на Твиттере, на ВК, на Ютубе. Логично. Играй в отличные игры, успехов тебе в них, увидимся, заскакиваем, пока.